Не забыть нам 9 мая, не стереть из памяти лиц, кто врагов своих не прощая, перед ними не падали ниц. Наша правда ясна вовеки, мы России могучие сыны. И пока не закроются веки, мы Отечеству будем верны. Эти стихи дежурный штаб добровольной народной дружины Ратмир Валиев посвятил празднику Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая он вместе с волонтерами, общественниками и сотрудниками самарской полиции раздает горожанам георгиевские ленточки. Для меня это означает символ, во-первых, победы, во-вторых, памяти о тех людях, которые отдавали свои жизни за свою родину. На протяжении многих лет миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в районе груди, чтобы символически сказать ветеранам спасибо. Эта ленточка ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. Его учредила в 1769 году императрица Екатерина II. Черный и оранжевый, или желтые цвета, означающие дым и пламень, являются символом военной доблести и славы. Для нас это как продолжение славных, добрых, героических традиций нашей Родины России. Чтобы люди помнили, что георгиевские ленты – это как всегда связующее звено между героическим прошлым и настоящим. Чтобы всегда помнили о тех, кто положили жизни во благо жизни наших советских, российских людей. В Самарской области акция «Георгиевская ленточка» будет проходить до 9 мая. Михаил Гермоленко, Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.